Турецкая лира обновила свой собственный рекорд и достигла нового исторически низкого уровня по отношению к доллару США. В понедельник за 1 доллар давали более 4,5 лир. Турецкая национальная валюта потеряла 1,2% своей стоимости. Эксперты связывают это с укреплением доллара на фоне заявлений главы Минфина США, а также с обещанием президента Турции ужесточить контроль за экономикой в случае его победы на выборах главы государства в июне. С падением лиры внешние заимствования турецких компаний выросли на 5,5 миллиарда долларов, что составляет 30% от ВВП страны.